Секретные места, о которых, возможно, вы не знали в Skyrim Special Edition. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Этот лук с клуба творчества, где собраны лучшие модификации на Skyrim Special Edition. И за каждой у меня есть обзор. Ссылочка на плейлист внизу. Зацените. Ну что, одна из секретных и очень атмосферных локаций, друзья, мест находится вот. Форт Кастав и святилище Азоры. На заднем фоне мой сынок Ванюша, для тех, кто не знает. Вот, друзья, здесь очень атмосферная сцена, хотя, честно говоря, и ужасная. Смотрите, здесь какие-то простые люди просто ехали и на них высыпались камни, просто засыпали их всех. Вы только посмотрите, самое атмосферное здесь то, что если вы немножечко дальше пройдете, вот, смотрите, то будет землетрясение, и действительно, падают камни. И это никакая не ловушка. Это просто мир опасный и жестокий в Скайриме, друзья. На легендарной сложности, между прочим, они просто уничтожают каждого. Да. Также вы можете здесь немножечко залутать. Есть двуручная секира. Помочь. По-моему, хилочка. Сумка аптекарская. И книга, друзья, по зачарованию. Одно очко зачарования. Очень классно, что здесь такое вот место добавлено, друзья. Это так атмосферно. Это добавляет опасность. Опасность жестокому миру Скайрима. Следующее очень интересное атмосферное место, друзья, находится возле святилища Великого Древа и Форта Мола. Ну, где-то между ними, друзья. Где-то просто между ними. Какое же это атмосферное место? Это вот, среди этих гейзеров, есть вот такой вот лагерь. В принципе, как бы ничего особенного. Ничего. Но если мы подойдем ближе, то мы увидим, что эти охотники просто-напросто здесь принимают джакузи. Вода, наверное, горячая. Да, здесь стало тепло в режиме выживания. Это значит то, что очень тепло. Ух ты. Посмотрите, как он... Ага. Если возьму, то я просто украду. И, скорее всего, они на меня сагрятся. Как же это атмосферно, друзья. Как же классно. Она просто лежит, попивает вино и отдыхает. Ой, какая-то странная. Самое интересное, что я в своем прохождении, когда играл, даже не был вампиром. Я сюда прибегал, и они постоянно на меня нападали. Постоянно. Хотя я ничего не воровал, я сюда пришел в первый раз. Не знаете, почему это, а, друзья? Если кто-то знает, напишите. Кстати, здесь еще такая вот книга, которая повышает кузнечное дело. Так, на заметку. Следующее удивительное место находится на острове Солцхейм, друзья. Недалеко от Тельметрина, ну как недалеко, ближе, наверное, будет Чардак и Пепельная крепость. Немножечко выше. Вот, смотрите, видите, я вижу Тельметрин. Разворачиваемся и проходим вот сюда. В принципе, ничего такого необычного. Но здесь спрятанный лагерь, где жестоко, очень жестоко убитые темные эльфы, друзья. Если мы посмотрим вниз, то мы увидим копья Риклингов. Сразу все, как говорится, понятно. Ага, устал. Слышите? Готовимся. Друзья, это непростая локация. Это локация-ловушка. Да, полноценная ловушка. Кто кому сюда приходим, с ниоткуда появляются жестокие риклинги. И очень сильные. Особенно вот этот вот на кабане. Ладно, малыш, но на кабане это жесть. Очень много жизней. Очень много урона. Так что будьте осторожны. Иди сюда, кабанчик. На! Готов. Еще. Ого. Куда это он стрельнул? Ой-ой-ой-ой-ой! Какое жестокое добивание на этом малыше. Как же я обожаю эти атмосферные моменты, где не просто локация, а где еще происходят какие-то
действия. Да, вы можете тут все облутать, но кроме норского меда, которого здесь очень много, и сейфа, вот, восточной перской компании, вы ничего не найдете. Хотя, нет, подождите, вот есть еще портфель. А, нет, он пустой. Да, он пустой. Есть! О, да, аметист, гранат, золото, серебро и кулон восточно-имперской компании. А вот эту локацию, друзья, я нашел не так уж и давно. И просто обалдел, что она была просто перед носом, друзья. Как только мы выходим с Хелгена на самом первом уровне, недалеко от камней хранителя, вот, смотрите. Нужно просто немножечко вниз и левее. И здесь. Вот наша река. Смотрим налево. И вот сюда, друзья. Нам нужно отправиться вот сюда. И здесь вот такое вот побоище, друзья. Талос. Святилище Талоса. Обалдеть. Все убитые. Но почему они убиты, друзья? Если мы посмотрим, то здесь есть талморский агент, талморский солдат, у которого было задание найти статуи Талоса. И, скорее всего, именно он всех убил. Ну, соответственно, за то, что он был один, друзья, он и умер. Но все равно. Также можно снять его одежду, забрать себе. Это просто с самого начала, друзья. С самого начала приключения. Я не знаю, я сколько играю, нахожу постоянно что-то новое и необычное. Да, на самом деле ничего такого, но, блин, как же это классно находить в любимой игре что-то новое и необычное. И опять возвращаемся на остров Солтсхейм. Недалеко от Вороньей скалы, вот, немножечко выше, самую малость. Поднимаемся еще. Так, сейчас расправимся с этими враждебными никсами. О, глаза повылазили. И идем выше. И здесь есть очень удивительная сцена. Смотрите, друзья, смотрите. Есть лагерь, и вы только посмотрите. Шахтер, которого просто-напросто завалило его же камнями. Видимо, он, наверное, жадничал. Очень жадничал, чтобы посмотрите, сколько эбонита он накопал. Золото! И все погрузил, и, наверное, поправлял это все. И это все просто высыпалось на него. И завалило, друзья. Просто-напросто завалило. Здесь можете забрать золотую руду. Как говорится, жадность погубила этого шахтера, друзья. Также тут есть сейф новичка, немножечко еды, драгоценные камни, бухлишка. Здесь вы можете добыть драгоценные камушки и обратить внимание на этот камень. Здесь очень много летает бабочек. Почему? Почему здесь добавили столько бабочек именно на этом камне? А может быть, это какая-то сцена с какого-то фильма, друзья? Как вы думаете? По-любому это какая-то сцена. Или к жадности. Или от какого-то пасхалка с какого-то фильма. 100% про золотоискатели и бабочек. Если что, погуглите и напишите мне. Друзья, очень-очень будет интересно узнать. Ну что, на этом все. Ставьте лайк, друзья. Подписывайтесь, и вы узнаете еще много всего интересного. Еще у меня есть плейлист «Секреты Скайрима», где собраны лучшие и уникальные секреты по Скайриму. Зайдите. Ссылочка, друзья. Ссылочка внизу. Ладненько, друзья. Ставьте лайк. Пока, счастья и добра. Пока, друзья.